Вандалом оказался 22-летний житель Саратовской области. В Нефтеюганск приехал на заработки. В начале апреля решил выпить с друзьями. Возвращаясь домой, молодой человек не смог пройти мимо вечного огня. Решил погреться и, короче, кинул вино. Постоял, погрелся и потом к дому пошел. Правоохранители добавляют, что молодой человек раскаивается в содеянном, но от наказания уйти ему не получится. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса, это вандализм, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения в быту. Санкции статьи предусматривают наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев. Напомним, звезду вечного огня отреставрировали спустя несколько дней после инцидента. Сделать это вызвались простые нефтеюганцы. Правда, вернуть прежний вид мемориала в короткие сроки не удалось. Поэтому сейчас памятник воину-освободителю украшает красная звезда.